Всем привет, меня зовут Роман Форест, в этом видео будет простая в изготовлении вещи и очень полезная. Каждому из нас приходят идеи в голову, желания, но, как правило, мы любим все откладывать на завтра, и с течением времени мы забываем. Приходят новые идеи и затмевают старые идеи. Вот чтобы этого не происходило, и не быть постоянно в поиске новых идей, я делаю такую вот себе доску, доска желаний. Валялись у меня обрезки доски после обшива дома, все это 150 на 25, и прогнал через рейсмус. С соединением я не парился, с задней стороны просто двумя досками по 80 сантиметров прокрутил все это по два самореза на каждую доску. И каждый из двух досок я покрасил разной пропиткой. Значит, пропитка самая светлая — это у меня сосна, самая темная — это палисандр, а серединка — это у меня белинка, колер 15. Я что-то смотрел, крутил эту банку, не могу найти, что это за пропитка. Вот, ну цвет приятный, такой светленький. Сделал маленькую полочку. Вот, полочка — это неправильно обрезали доску от откоса дома. Мы ее чуть-чуть обжигали и покрывали пропиткой такой желтой. Ну, сделал поуже и закруглил края. Такая аккуратненькая, под стикеры, там под карандаши, под всякую мелочь. Можно вазочку какую-нибудь поставить. Ну так, симпатично. Чтобы раззонировать доску и чтобы добавить ей какую-то изюминку, я взял с чердака обрезки калины. Уже там второй год они у меня лежат. Я нарезал спильчиков и покрасил все эти спильчики под сосну вот этой пропиткой. Прям замочил, она дешевая пропитка. Старая какая-то валялась у меня, я ее решил использовать, что добро подать. И приклеил эти спильчики на клей. Вот, с буковками я решил не париться, фанеру решил не портить. Просто взял поленца, то, что мы используем для топки дома, березовые. Буковкам скруклил края немножко гравием, чтобы дать им немножко объем такой. И покрасил все это краской под латунь, у меня в баллончике валяется тут краска. Ну и буковки тоже приклеил на клей по дереву. Ну и вот, ребят, вот такая доска получилась. Хочу порекомендовать каналы моих коллег по Ютубу. Это Владимир Натынчик и Борис Мартынцев. Оставлю ссылочки в описании на их каналы. Ребята делают хорошие видео. Заходите, посмотрите. Ну и, конечно, не забывайте подписаться, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Роман Форест. Пока-пока.